Знаешь, у меня фобия паука. Возьми его в руки. Не кусается? Кусается. Возьми в руки его. Не буду. Во братство, да? Не-а. Что для него нужно? Он дорого стоит? Зависит от размера. Ну вот такой, как у тебя. 2,5 примерно. И больше. Таран. Тицет. Паук, тицет. В смысле? Не, а есть там, например, маленькие, и они потом вырастают? Есть. Конечно, есть. Сколько такой стоит? От 100 рублей. О, нормально. Не, ну если я куплю, я там обоссусь, отвечаю. Да, не, нормально. А ты снимаешь что-нибудь в Ютубе? Там есть канал у меня один. Скинь, пожалуйста. Аквариумистика называется. Как? Аквариумистика. Там пауки, ящерцы. Аквариум. Да. По-моему, мой брат смотрит тебя. Еще есть один канал. Чисто про пауков есть. Paradise for Spider. Там у него очень много. А он что, сейчас спит? А? Нет, просто сидит. Он спит? Сидит. А. Блин, что-то как-то стрёмно. А чем ты его кормишь? Тараканами. Тараканами? Живыми, да? Да. Да. Но он сначала живой. Ладно. Это жестко. Не, ну, я б, может быть, купил себе они такие кайфы. Сейчас могу покормить даже. О, давай. Сейчас, подожди. Так, посмотрим. Они капец какие быстрые. Я пауков боюсь, поэтому... Paradise for Spider? Да. Это у знакомого одного. Я тебя знаю. Во! Кормлю. Давай. Жук. Все, слышишь, они человека могут укусить? Могут. А, по-моему, я смотрел на одном видеоролике твоем, как ты тебя паук обмотал паутиной. Это не мой канал. Это у Влада, а у меня аквариумистика, у него там в каналах есть. Слышишь? В смысле могут. Они же идейты. Не стрёмно? Да не, нормально. Ты их, получается, постоянно кормить нужно, да? А, нет. В неделю раз. По-моему. Кормлю в неделю раз. Ты его на руки берешь? Не брал. Попробуй взять. Домашний питомец такой? Ага. Блин, я бы очень испугался, если бы он куда-нибудь вылез и залез на кровать.
что? Можешь ответить, это что? Паук. Паук? Ого. Это правда, что ли? Настоящий? Да, настоящий. Офигеть. Пусть подвигается. Мы тогда тебе не верим. Он двигается, не видишь? Где? Ты нас обманываешь. Нет. Видишь? Да чё... Нифига себе, он двигается. Мы никогда тарантулов не видели. Папа, папа, иди сюда, тарантул. Офигеть! Ты... Где ты его взял? Купил. Купил? Да. Сколько он стоит? От 100 рублей. Маленький.